Надежная, эффективная, по-европейски качественная, а главное, доступная по ценам техника способна существенно облегчить труд агрономов. Современная сельхозмашина для возделывания картофеля и овощей, приготовления и раздачи кормовых смесей для животных производит завод «Калнак». Первые машины под этим брендом вышли на поля еще 25 лет назад. Сегодня производство не снижает темпов и удовлетворяет запросы сельхозпроизводителей в разных направлениях. Мы выпускаем технику для картофеля заготовки. То есть это и почвообрабатывающую технику, и технику для посадки, и, соответственно, технику для уборки и закладки на хранение. И также выпускаем смесители-кормораздатчики. На наши сажалки попадают под все программы. Они попадают и в Росагролизинг, и в программу 1432, и, соответственно, в прайс. Более 70 видов и модификаций машин производит «Калнак». Часть продукции завод поставляет за рубеж – в Голландию, Бельгию, Беларусь и Казахстан. В год своего 25-летия «Калнак» освоил серийный выпуск новой картофелепосадочной машины. Ее по достоинству оценили фермерские хозяйства. Я уже 7 лет бываю на этих выставках. Каждым годом развивается, в принципе, достаточно интересно. Начиная, как говорится, от самого картофеля до, разумеется, его обслуживания, то есть все есть. И «Калнак», безусловно, я о них знаю. И их продукцию, как сказать, рассматривал всегда. Рынок развивается. Время не стоит на месте, поэтому, конечно, интересно в первую очередь новинки, какие представляют. То есть технологии, новые технологии, вот, и новые модели. Постоянный мониторинг потребностей сельхозтоваропроизводителей и собственные исследования в этой области позволяют заводу «Калнак» быть среди лидеров рынка. Специалисты вовремя корректируют ассортимент, увеличивая производство наиболее востребованных моделей. Такая гибкая политика только прибавляет клиентов. Так, в прошлом году хозяйство республики дополнительно закупили еще 3 картофелеуборочных комбайна производства «Калнак». Наиболее востребованы это, конечно, картофелеуборочные комбайны и картофелесажалки. Скажем так, мы выпускаем их здесь по лицензии, и поэтому получается, что европейское качество за российские деньги. В этом году «Калнак» объявил о старте выпуска складской техники по лицензии бельгийской фирмы.